Они взяли крошечного котенка, а через год он превратился в комнатного льва. Семья долгое время хотела котенка, и вот к ним в руки попал месячный малыш черно-белого окраса. Его сразу же приняли все члены семьи, и он стал общим любимцем. Котенок рос и радовал своих хозяев. При этом они делали фотографии почти каждый день, чтобы отследить рост малыша. И вот что ждало их через год. Этот миленький и крохотный малыш начал расти не по дням, а по часам. Поначалу все думали, что он породы майнкун, но позже выяснилось, что это норвежский лесной кот. Из маленького клубочка шерсти он вырос в шикарного, большого и пушистого кота с очень покладистым характером. Этот кот прекрасно ладит как со взрослыми, так и с детьми. При этом он очень игривый и ласковый. Он любит проводить время со своими хозяевами и другими животными. Никто не останется без внимания этого милого здоровяка.